Yep. Ah!
готовься. Уже стреляю! Thank you.
Приветствую, путник. На панели наград в Кременнике доступны новые задания. Давай рванем! Пора убираться отсюда. Можно даже раскрасить ее в любые... Вот это, блин! Дело! Моя машинка не первая красотка на деревне, но зато разгоняется за секунду! Покатаешься, сразу поймешь, почему всем так нравится такси Блюз от скутера! Thank you.
меня нет медицинского диплома, но если тебя подстрелят, ты скажешь мне спасибо. Я слежу за состоянием медицинского оборудования, чтобы оно хоть как-то работало. Не стесняйся! Выбери себе машину! Такси плюс! Черт побери! Я хорош! Патрисия Танис, научный консультант корпорации «Даль», день первый на планете Пандора. Мое начальство отправило меня в этот сектор, чтобы обнаружить признаки инопланетной технологии, аналогичной найденным компанией «Атлант» в руинах на Прометее. Технологии, благодаря которой они обрели свое нынешнее могущество. Такая находка на этом голом камне кажется неправдоподобной с точки зрения астрономии. Но мои покровители верят в успех настолько, что готовы зря тратить на это мой талант. Я нахожусь здесь всего 3 часа и почти уверена, что эта планета прикончит меня. Ученые не охотятся за мифами и легендами.
День 43 на Пандоре. По крайней мере, мне кажется, что я нахожусь тут 43 дня. Трудно привыкнуть к лунному циклу. День 43 на Пандоре. По крайней мере, мне кажется, что я нахожусь тут 43 дня. Трудно привыкнуть к лунному циклу. Планета вращается так, что день длится 90 часов. Люди, населяющие этот просоленный комок пыли, так же невежественны, как и во всей галактике. Когда я в интересах науки разыскиваю нечто вроде хранилища, мне в ответ рассказывают детские стишки или рассказывают о знакомом, у которого был знакомый, у которого был знакомый. Они впадают в ступор, и я начинаю думать, что они пьяны или не в себе и уже забыли о моем присутствии. Если бы я верила в существование ада, я бы сравнила его с Пандорой. По иронии судьбы, эта вера могла бы примирить меня с этими неандертальцами. Черт, ты прыгаешь через струю мочи в моей машине? Эй, дружище! Когда еще раз соберешься, скажи мне! Это же круто!
путник. На панели наград в Кременнике. Отлично. Возвращайся сюда. У меня для тебя кое-что Я сидела в душе в слезах почти час. Это интересно, принимая во внимание, что у нас несколько дней нет воды. Мой здравый смысл испаряется так же, как и рабочие на моих раскопках. Изучая символы и светящиеся узоры на месте раскопок, мы, наконец, извлекли из-под земли доказательства, служащие свидетельством существования жизни пришельцев, которая была здесь, на Пандоре. Но праздник получился довольно грустным, так как осталось лишь двое из моих коллег. И я не очень люблю ту толстую девицу, Чимэй. Мне говорили, что научные исследования требуют жертв. Но до настоящего времени я не понимала, что это значит. Лекарство на любой вкус. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Купи аптечку. Не пожалеешь? Пора ли нам в путь?
Блять, когда мы тебя поджарим. Не будет смерти! Это 76-й день. Я проснулась в надежде, что мне снова приснился тот же самый кошмар. Мы провели больше 36 часов, перемещая наш лагерь ближе к раскопкам, только чтобы попасть в засаду к местным диким зверям, изголодавшимся после зимней спячки. Половину моих людей скаги сожрали или убили. Я уцелела, спрятавшись под коллегой, которого рвали надо мной на части. Его звали Карл. Мои чувства отключились, и я не скорбела ни по кому из них. На самом деле, моим единственным чувством была радость. Мне было радостно, потому что его кресло намного удобнее моего. Я забрала его кресло. И потом заметила свет, идущий от камней на раскопках.
удача моя. Если нужны лекарства, подходим и берем. Thank you.
Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Лекарство на любой вкус. Слоган SES. Технологии плюс большая емкость магазина равно моя победа.
Возражал. Thank you.
Ugh!